Привет, привет, мои хорошие. Уже очень многие ждут видео про Ледусин день рождения. И у меня так получилось в тот день, когда готовилась я делать торт и так далее. Я так закрутилась и забыла записать приветствие и сразу начала все, так сказать, из дела. И сегодня я покажу вам нашу подготовку ко дню рождения, и уже скоро или сегодня или завтра выйдет видео реакция Лидуси на кухню и как мы отметили день рождения Лиды. Начала я делать тесто для медовика. Добавила сюда сахар, мед и масло. Можно добавить маргарин, то есть как вам больше нравится. Я масло из этого. Я брала масло вот такое вот из Светофора. Отлично получается на нем. Вот сейчас оно у меня растворится. И добавлю сюда соду. У меня более подробно есть рецепт. Я очень подробно рассказала, как я готовлю медовик. Оставлю ссылочку, может быть, вам будет интересно. Так интересно, когда добавляешь соду, то происходит такая реакция, она увеличивается в 3 раза, так вот пенится. Сейчас немножко остынет и добавлю яйца. А яйца, когда добавишь, то будет такого темного-темного цвета. Когда добавили яйца, оно становится вот таким вот темным цветом. Типа борщ. Типа борщ, типа карамели. Не, я сначала подумала, что это карамель. Крем я делаю, орехи добавляю сюда, сливочное масло. И сахар сюда добавляю. Сгущенное молоко. Для теста сейчас нарезаю бумагу. У меня тут рулоны, она. Все нарежу листы. Так, мы чисто готово, застыло. И сейчас Таня требует мультики. У нее забрали интернет. А, это с холодильника только что. Да, вот я не знаю, просто знаешь, что вам, какие шары нужны будут. Мне кажется, что-то это большевато. Большевато, ты Мне думаешь? кажется, да. Нам надо вот такое вот тесто. А ты хочешь по... Да, поэтому по этому. По деревяхе, короче. Ну да, наверное, вот так вот отлично будет. То есть мы и форма будет, да, такая, то есть вырезать Да, ее будем торт делать вот такой. Тут Роме квадратный. показываю досочку, чтобы по такой досочке будем вырезать. Да, квадратный будет. Так, бери муку, насыпай сверху, снизу. О, не, снизу нет, сверху, чтобы раскатывать было. Давай тогда посмотри, какие-то, да. Но я думаю, такие надо будет делать шарики. Как бы, если немного это, конечно. Посмотри. Роман, будет помогать раскатывать. Ты прям сверху насыпай муки побольше. Мам, я могу помочь катать. А снизу, снизу. Снизу не надо, пускай к листу прилипает. Тут мы уже катаем. Вот такие у нас. Я хочу сделать прямоугольным его. Там у меня один уже готовится. Колбаска тут хочет долезть до моих красок, потому что я акрилом же работала и краски поставила. Ей надо туда залезть. Да, возмущается, плачет, что ей не дают. А Рома тут раскатывает, как хозяин настоящий. Ну, у меня сил не хватает, тяжеловато. Да, тебе на руки надо залезть. Оп, давай. Мы с тобой будем на руках, ты тут носу ковыряешь, не буду тебе показывать. Папа, да, вот Лида залезла показать, что у нее платье. Вот она говорит. Кадр залезть хоть как-то. Ты хоть как-то, ага. Хоть как-то, Лита, давай слазить. Ты смотри, аж отломится. Господи, столик, дочь, на него же нельзя залазить ножками. Нельзя, доченька. Там Лид Таня-то залазит. Чего ты? Не обижайся, ну нельзя, дочь. Давай вон игрушки уносите. Чего вы поприносили? Дочь, помоги маме, пожалуйста, убраться. Ты у меня такая помощница. Помоги, пожалуйста, то за тебя завтра день рождения, а как? Лида самая лучшая Ой, она помощница. сегодня, кстати, да, подбирала, мне тут так помогала. Обиделась. Обидчивая такая, скорпион по знаку зодиака. А у них же у скорпионов или белый, или черный. Серого не дано. Или мама поругала, или пожалела. Все, обиделась, не обижайся. Давай, помоги, пожалуйста, маме, Лидусь. Лид, помоги маме, пожалуйста. Видишь, папа, смотри, как тортик раскатывает. Молодец, какой папа, да? Вон Таня тут, как призульки мои. Главное не проворонить мой коржик. Вроде еще нет.
Так здорово, когда тебе кто-то помогает, делал торт. Мы сейчас уже испекли он первый. Уже коржик готов. Здесь у меня на подходе уже следующий, один у меня уже запекается. Ну, вдвоем это все будет очень быстро. Рома раскатывает, я их выпекаю и разрезаю. Разрезаю по досточке. На самом деле уже привыкли, что мы обычно торты делали круглыми. И первый раз мы решили сделать такой вот большой, прямоугольный на противень. Не знаю, как это все будет. Тут у меня Татьяна залезла вон в шарик пальцами. И он тут. Это обрезки от торта. У меня дети его, кстати, любят. Потом такие обрезки с удовольствием кушают. Достала сейчас из духовки. И вот сейчас мы посмотрим, что тут у нас обрезать надо будет. Так, все. Нормально легло, да? Так. С одной стороны чуть-чуть обрезать надо будет. И я теперь просто ножом так вот это все делаю. Хоп. Тут немного подрежем. Чуть-чуть точки. И здесь у меня чуть-чуть подрезать. Хоп. И теперь я вот так вот это все делаю. Хоп. И корж у меня готов. Диана мне тут помогает коржи пропитывать. Вот они у нас тут целая куча у них получилась. У нас там 10 получилось. Да. Нравится тебе, Диана, да? Угу. Танюш, пытаемся спать уже положить. Уже надо и спать, а она он капризничает, не хочет спать. Я обожаю так это делать. Угу. Мое любимое занятие. Проверюсь. Всем привет. Сейчас собрались бабушки. То есть деток. Что дальше? Эти. Кто эти? Э. А, так я убрал все, дочь. А где мама? А зачем? Лавочка, вот она стоит. Нет. А что? А где это? Где? Что ты потерял, дочь? Где это? А, батут ты имеешь в виду? И... Так, а я давно разобрал, убрал. А зимой где? Же не стоит это все у нас. В бочку убрал все, дочь. Не надо было? Мама. Надо было. На зиму-то это все убирается, дочь. Зимой-то зачем это все? Вот, а летом я поставлю, хорошо? Мама. Ну, летом поставлю, давай. Угу. Ну все, хорошо, договорились, ладно? Все, ладненько, пойдем до машины уже. Татьяна. Татьяна, дочь. Татьяна, давайте там. Пошли, доченька, в машину. Сейчас мама уже будет выходить. Пойдем. Приехали уже до бабушки. Блин, ты куда так бежишь, дочь? Заходи, заходи, так. В духовке подсветка. Так, горит. Это получается плита первая. Горит. И вторая плита не горит. Ага, что-то в лампочке, по-моему, хана. Она, не знаю, видно, нет. Сейчас эту заглушу. Будет, наверное, видно. Сейчас собрался ехать. Нужно решить что-то с лампочкой. Вот это я весь в краске. Ужас. Это сейчас делаю кухню для Лидии. И, в общем, такая история получилась. Не знаю, поторопился тогда, не проверил сразу лампочку. Но я 3 штуки брал, не проверил их.
взял, куплю. Сейчас не знаю, получится обменять, нет. Просто сейчас надо будет по стекло закрывать уже. Ну, без лампочки как это сделать? То есть нужно будет сейчас что-то решить. Недавно чистил снег, сейчас вышел, опять снежок навалил. Надо будет вечером, наверное, почистить. Вот уже снега столько. Ну, а так прикольно, здорово хрустит. Хрустит под ногами. Ладно, поеду я. Зашел сейчас в магазин. Мне сказочно повезло. Лампочка была, сняли с витрины. Представляете, все разобрали, видать, видимо, не знаю. Какая-то женщина была, говорит, все скупила. Замуж к Новому году готовится. Ладно, в общем, это хорошо, это радует. Поеду дальше. Хочу посмотреть, как все-таки будет плита у меня работать. То есть, как конфорки будут гореть. Сейчас для примера просто... Так, смотрим. Это свет у меня. Вот он. Так, нормально лампочка горит. Пока отключу. А теперь... Так, ну вот это духовка. Так, вот видите, все отлично. Это у меня получается будет, так скажем, духовка начинает у нас работать. Крутим, крутим, ярче становится все. Так, выключили. Теперь первая конфорка. Вот так вот все. Я думаю, достаточно ярко, да? Смотрим, сейчас включаем вторую конфорку. Вот так вот это все. Сейчас хочу поставить вот эти вот переключатели такие самодельные. Сделала крем белково-заварной. Девчонки, если вам интересно, как делать крем, я оставлю ссылочку на видео. Я прям подробно показывала. И вот такой торт получился. Сейчас вот его поверну, покажу вот так вот. Ну, он сейчас выровняется за счет начну кремом украшать, и он такой будет поинтереснее выглядеть. Девчонки, я буду украшать все одной насадкой. Насадка это называется звездочка. Я сейчас помою и вам покажу. Короче, по кругу вот так начинаем крутить. Если не умеете что-то делать, какие-то розочки украшать торт, то поверьте мне, когда делаешь вот такие вот розочки, получается очень даже интересный торт. Я уже потому что так делала, когда особо нет времени на украшения, то прекрасный выход из ситуации. И вот начинаем это все заполнять. Вот сейчас этот угол выровняю. Такая уникальная насадка, это звездочка. Я вот так вот не могу понять, я то ли его не довзбивала крем, но в целом держится. Вот. У меня тут руки что-то все в креме. Ну что, тороплюсь, поэтому все у меня вот так вот. У нас бабушка помогает с малыми. Так он, надо уже, конечно, идти быстрее в садик, но что-то я сейчас смотрю, что походу у нас в садик не получится. Почему? Ну, опять начинают, сейчас же говорят, опять коронавирус. Я-то сказала в этом видео, там, где мы Рола делали, что вот мы собираемся поехать. Мне говорят, какой ехать? Оксана сейчас только заболевших, она собралась куда-то ехать. Скорее всего, что наши планы просто это... Не получится. Это точно так же, как у нас у Надюши была назначена операция по глазу. И вот уже все, уже два раза нам все отменили. Поэтому как оно все будет, непонятно. Вот. И у нас даже эту консультацию в Екатеринбурге отменили. Так. Скорее всего, что поездка-то у нас не получится. Никакая наша запланированная. Сегодня все равно записывали видео. Здравствуйте. Вы одеваетесь? Забирайте. Молодцы. Объект номер один готов. Все? Первый пошел. Привет, да. Дочь. Она сегодня так самостоятельно. Таня, не стучись к соседям. Вот она шла-шла и уже на руке набрать. О, как вкусно пахнут ручки у тебя. А чем у тебя пахнут ручки? Лидусь, дай понюхай тоже.
Ой, как вкусно. Ты у бабушки чем-то мыла? Ну давай, мам, спокойной ночи. Таня, хитрушка? Хитрушка, Таня. Села на ступеньки, мол, не пойду. Да, хитренька ты. Украсила я торт. Вот так вот у меня это все получилось. Ну, Лидусе вроде как нравится. Единственное, что здесь вот уже у меня тут залезли, и кто-то уже подправил, да? Ты что, или это об себя вымазала? Да. Да? Ну, какой ужас. Ну, да я еще эти... Ну, нету больше крема, дочь. Ну, ничего страшного, ладно? Угу. Смотри, какой красивый. Правда получился? Да. Так, на скорую руку мама быстренько сделала. Хорошо? Огромный торт такой получился. Вкусный медовик. А мама один мог один. Потом попробуешь, ладно?